Сегодня мы будем готовить боб. Так называется вот это. Вы можете увидеть, это большая на этой лавочках. Ни разу не пробовал, посмотрел в ютубе, как готовить. Сейчас будем готовить. Для этого мы набираем воду в кастрюльку. Ставим ее. Вернее, кипятим ее. Так, и добавляем укропчика. В моем случае это сушеный. Типа много его нужно. Все. Так, следующий этап. Мы моем бобы. Ну или боб. Для этого мы возьмем ножнички. Одна рука занята. Сыпаем сюда. И ждем, пока вода закипит. Так, вот у нас вода кипит. И мы просто высыпаем бобы митые. Вот, и уменьшаем, так, и уменьшаем немножко, ну, в данном случае не огонь, а жар, до симы. Все, ждем 15 минут. Почти готовы. Когда наше блюдо почти готово, мы его посыпаем солью. И мешаем. И ждем еще пару минут. Ну все, блюдо готово. Вот так оно выглядит. Чуть позже я скажу вкус. Примерно вот это вы едите. Вот. Кстати, это довольно-таки дорогое блюдо. Полкилограмма этих боб стоит 10 злотых. Это 60 гривен. Или 65 гривен. Вот. И это уже после чуть-чуть времени пойдет, когда сезон его. Потому что до этого он стоит 18 злотых полкило. В общем, на вкус как... очень странный горох. И больше, в принципе, нечего сказать. Попробовать стоит, а так, типа, в стиле, не знаю. Вот, шкурику не едите, едите только внутренности. Все, подписывайтесь.